Всем здорово! В Fortnite добавили новый миниган Эминема и как будто бы это имба. В общем, в этом ролике мы сыграем дуо вместе с Гэлычем. Надеюсь, вам понравится видос. Обязательно досмотрите до конца, поделитесь с друзьями и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Приятного просмотра. Я к тебе. Аптека, да? Ладно, пойдет. О, броня. Так, у Ялчи тоже все. Опа. На мне. Иду. Мне снайпнули откуда-то, я не знаю откуда. О, поднимают. Стоит на улице. Пойдем? Можно. Давай. Да, давай. Идем. Ща. Снайпнул. Его сбили. Давай гранаты, кидай. Вертолет взорвешь сейчас, окей? Нет. Ща. Да. Задамажил? Не, вертолет улетел. Нокнул карася? А чё он, в смысле, подожди, почему он... Он улетел ко мне сюда. А, он всё-таки резнул. Да, он резнул, и чел улетел. Не, ну тут Эмином дерётся. Мы потеряли их, что ли, реально? На Эминеме. Ми-ми-ми-ми-ми. Не, это меня. Это на меня отсагрит. Эминем на меня. Давай загасим его. А, давай, пока он тут. Можно. Тихо. Эминемчик. Тихо. А, снайпит, осторожно, Ялыч, на улице, там где... Вот, еще на этой, вот здесь. Ага. Под нами, под тобой. 91 дал. Убил. Хорош. Снаружи, да, вижу. А что, он там сидит просто или... Я открою хранилище. Все, не минируем, наверное, просто тут же вряд ли кто-то придет. Придет, подожди. Наминируем, Гэл. Ты не будешь? Чуть-чуть. Ты не будешь номинировать? Номинировать? Я могу тебя номинировать. В любом из этих смыслов. Так, а что-то лут говно какое-то, не? Полное говно. Скинь, пожалуйста, патроны миники. Чего? Мини-патроны скинь. Мини. Маленькие. Ага, да. Так. Вон люди, вон там, Ялыч. Да, вижу. Может, горы займем? Давай прям в тачку к ним сядем. А, места-то нету, там два. На крышу просто встанем. Сейчас, подожди. Ой, ага. Эти падлы-то меткие. А, они там еще и файтятся с кем-то. Я им туда ракеты дам. Одного ног. Хорош. Я им ракет туда даю. Одного, еще второго нокнули хорош, вроде. Хорош, дырочку. Ай, в дырочку я не попал, бывает. Они слева. Блин, мы не тех убили, походу. Надо было по одному. Вон там. Ты уже там? Mm-hmm. Ой. На меня второй залетел. Я иду только. Одного нокнул? Где-то на мне второй сверху. Ага, вот. Давай. 21 дал. Белый. Убил. Хорошо. Миниган Эминемен не прощает. Так, там еще типы, Гэл. Ой. Капец, я довольный, когда кого-то убиваю, конечно. С этого, слышишь, там с... Сверху еще, да, с горы. Ага, бежит, ротейтесь направо куда-то. Я вот не знаю, лучше врываться, как думаешь, или снайпнуть? Лучше снайпнуть, а потом врываться. У них позиция просто лучше для снайпа. Синюю помпу взять. Рянь какой. Рянь какой красавчик. Ой. Это ты купил? Ой, вон снайпнет. Ялыч, садись скорее за руль. Садись. Давай. Ну! Где он? А где они? Подожди, я их потерял. Я не знаю, где они. Блин, где они? Ну я не знаю, короче. О, вот люди, чел, два. Давай, слетай! Одного. Хорош. И дрип пошел. Полетели. А можно как-то с ним распрощаться, с этим Эми-мемом? А он, кстати, он сам нанимается. То есть он тебя вообще не спрашивает, хочешь ты, не хочешь. Так вот именно. Ну, я не знаю, зачем он. Он только мешает, как будто. Да он гранаты еще в твоей постройке постоянно. Да. Нам надо тачку либо заправиться, либо новую тачку. Заправимся, давай. Здесь заправочка есть. А, вот как раз лечу на нее. Мне, кстати, нравится этот баг. О, новая тачка, давай. Ой, у нас тачка забагала. Ты видишь это, Ялыч? Я вижу. О, тун-тун-турун-тун-тун-тун-тун. Мне нравится. Ох, уже это поливание бензином тачки. Когда устанете бегать ранки, телепотеть на туриках,
советую заценить нашу карту Скайблоки. Это новый тип зонварсов с уникальными особенностями. Разные рандомно выпадающие тематики внешнего вида карты и лутпула делают ее реально интересной. Но самое крутое, это то, что мы внимательно рассчитали баланс лута, зон и прочих мелких, но крайне важных деталей, чтобы карта подошла для всех. Ну а чтобы было не скучно между раундами, можно поклацать рюкзачки в магазе или пройти спидранчик на паркуре. На карте, кстати, можно фармить очень много опыта, делая киллы, выигрывая раунды или пройдя паркур меньше, чем за минуту. Заходите, играйте, ставьте лайк карте и добавляйте ее в избранное. Че, их преследуем? Да. Сериал, а где они? Тут были только что. Я не вижу. Надо в воздухе. Тачки надо теперь не на земле, ялочь, высматривать, надо в воздухе. Не, серьезно, сейчас все летают на этих тачках. А, вон они, а, это вертолет. О, сможешь сбить вертолет? Сейчас, давай, попробуем. Давай, смотри. Полетели на вертолет. Давай еще ракеты им туда. Ракетный дождь, я попал по вертику. Я попал по челу попал. Смотри, давай, еще. Да что? Ой, блин, дерево. Давай. Еще тачка прилетела, ялыч. Ну, едь! Да гэ! Сука. Давай. Взлетай. Да лети, тачка сраная. Да ну взлети ты. Во. Все, нормально. Смотри, прям на голову сейчас ему. А что, не задамажило. Давай еще. Давай еще. Еще разок. Сейчас попаду. Попал. Давай. Еще разок. Ехала. Еще, взлетай. Давай. Блин, плохо летим, низко. О, высоко полетели. Там осторожно со стороны где-то еще челы. Все, сейчас к нему сверху прилетит, если он там останется. Значит, дай я стану вверх. Я стану. Давай. Сейчас ты собьешь. Давай, не, у меня есть граплер. А. Ой, по мне тулят. А вот, осторожно, да, сбоку. У меня ноль ракет. Дай ракет. На, 12 скинул, 12 на меня. Давай. Все. Давай. Блин, ялочки, ты что рисковый. Давай. Вот тут, за боксом. А, уже нет, где-то. Вон они, за машиной. Там еще, кстати, типа есть. Они шарят. Вон на вертолете еще. Ой, плохо. А как мы сюда залетели? Подожди, надо вылететь отсюда. Во, ты же можешь ускоряться. Могу, но я стараюсь поменьше ускоряться, чтобы тебя не выкидывало с тачки. А если что, если я падать буду, я граплером. Вон он с машины стреляет постоянно. Я вижу. Ну, блин, пока ракета-то летит. Если б снапа... Ух ты, ё-моё, нифига меня откинуло. Ты где? Я здесь. Ты на крыше. Подожди, я лучше, у нас тут челы еще. Ой, а у нас хп у тачки нету. А вон летающая тачка, ялыч. Давай за ней. У нас нет машины. А, так? Я уже отвык на своих двоих ходить. Надо взорвать ее. Ну, взорви. Подожди, он один, что ли? Он один, походу, летает. О, он еще высовывается с Барри, стреляет. Пересаживается, да, и стреляет, да, с Барри. Я видел. Жесткий тип. Ой, я сдох. А, не, я не сдох. А что это такое? Лама? А ты что, все? Типа его преследуешь, доталу? Ну да. Так он на тачке, ты его не догонишь никогда. Догоню. Ты во мне сомневаешься или что? Эминемовская лама, кстати, ты заметил? Нет, а теперь все ламы эминемовские? Да. Короче. Да. Вон челы, вон там. Эминемовские ламы. Из мемов. Да, это... Убил вот там. Давай туда. Приземлился, чел только что прилетел, хилился. А вон тачка-то, тот чел тачки. Что, -100 дал, и он мне попал. Он вот здесь, попал, вот здесь? Ялочка. Да. Иду. Это тот, которого ты преследовал. Давай. Он уехал на тачку. Вон. Улетел, реально улетел. Мне нужна снайпа, слышь, мне Барри нужна, я его снайпну. Я могу тебе дать обычную снайпу. Он все еще там летает. А, на мне чел, подожди. Ялыч, бьют меня. Я иду, бил. Белый, на один выстрел. Ровно на один выстрел на мне. Ах ты, падла, в боксе сидит. 3 раза по белому дал ему. Угу. А, уже откидывал. А, ну все правильно, ты убил его. Блин, падла, нокнули. Рэп гад.
Чё, ещё? Угу. Эмба, конечно. Ой! Как это было сочно. А он вообще реально не перегревается или чё? Ну, походу. Осталось 7 человек с тобой. Конечно, хотелось бы выиграть. Осторожно, тут могут крысить. Баря лежит? Ялыч Барю пропустил? Серьезно? Ну, можем вернуться туда, Ялыч. Заберешь Барю. Вообще, мне бы тоже... Я уже обрадовался. А начиналось так красиво. Блин. Можешь уйти просто как-то? 119. Хорошо, дал? Слушай, тут дохера народу. Стой, ты не повтори его участь. Так, хорош, хорош, хорош. Я лучший вообще. Где миники были? Под тобой люди, я точно знаю. Вот миники. Много, кстати. Не-не-не! Я испугался, я думал, ты сейчас разобьешься просто. Там две команды там держатся стороны. У них снайпа есть. Блин, ну я не знаю, насчет подниму эти или нет. Лучше выиграй. Если сможешь выиграть, лучше выиграй. Блин, какой же охеренный миниган сделали. Зона. В зону затолкал его. Так, ну все, давай, играй на победу, Ялыч. 5 человек живых, включая тебя. И один соло. И вон там дерутся. А, не, это не драка. Разве это драка? Не, глянь, они... Тебя все. А че они просто... Он один там делал, если чё. Хорош. Справа, справа. Осторожно, Стефа был. Ты чё, сука? Блин, чел прилетел. Так, 4 человека, один соло и один дуо. Это солист. Ладно, надеюсь, Ялыч выиграет. Он это заслужил. Ялыч, надо запиться. Подожди секунду. Пока те его дулят, лучше запиться. Все. Перегревается. Все, Ялыч сейчас пьется, и там дуо эти остаются. Этот чел максимально коцанный, каленый. Надо дуо загасить, мне кажется. Да, надо одного из дуо убить. Как-то, например, было бы прям хорошо. Зона в гору, Ялыч. Прямо у тебя, прямо у тебя, прямо у тебя. Ой, хорош. Ой, хорош. Закрой как-нибудь. Ага, или так. Рикошетом можешь попадать. Ну, мне он... Блин, чего, чуть-чуть он поможет, нет? Да, вам бы с солистом с этим заколабиться. А чё он? Ой, белый. На один выстрел там чел. Хорош, у них хила, походу, нет, Ялыч. Нет. Они заколебали, на самом деле. Хорош! Все! Одного дуэлянта убил. Дулика. Хорош! Все, в зоне умрет. У тебя справа чел. Да, все, ты один в один. Ты лучший. Ты хорош. Давай, ты сильный. А где он? Я не знаю. Вон там... Ага, под тобой. Давай, блин! Хорош! Не, где пули? Найс! Блин, хорош! Это прям фаново. Не, это прям хорошая карточка.